Немало хлопот доставил ветер и жителям северного Казахстана. Ночью из-за сильной метели был ограничен выезд из Петропавловска. К утру сразу в нескольких микрорайонах оборвало линии электропередачи. Дома остались без света, порывы ветра достигали 40 метров в секунду. От урагана пострадали и тепличные растения. Ветер попросту рвал специальную пленку. Теперь овощеводам приходится латать все 43 парника. Порывы временами насколько сильнее было, поверьте, чтобы приходилось, вот, когда мы ночью работали, приходилось садиться, ложиться именно на земле для того, чтобы самому человека не кидало. Вот такая резкая просто порыва. Она какие-то секунды, там, какие-то минутные вот такие порывы крутанулась, и потом так, как обычно, вот ветер вот такие были. Конечно, дальнейшее это растение будет постепенно погибать, и от них толка не будет, где-то 1,5 гектара.